Ну, в общем, просто забавный момент. Я хотел бы заявить, что после просмотра реакций и комментариев к моему прошлому, последнему видео об одном персонаже, я больше не буду затрагивать его вообще, поскольку он... Я больше не буду затрагивать его вообще. Здесь в чате написано «Давайте обсирать Фреда», Павел Макаров. Зачем его... Он сам может самостоятельно обосраться, зачем обсуждать это? Ну, блядь, ну как бы, ну понятно, что это очень, ну так условно, ну как бы, ну тоси-боси, хуёси, ну блядь, ну ты же сказал вообще, блядь, ты же сказал вообще не буду затрагивать, ну нахуй ты так делаешь тогда, ну что ж, вот, ну зачем быть, блядь, ну вот, нахуя, ну вот все, вот, ну и пиздобол теперь тоже получается же, понятно, не как ряженка, блядь, но тоже, ну вот, ну, ёпта. И теперь, в общем-то, коронный прикол будет, получается, у Макжуха. Как бы вот зачем его обсирать, если он может сам обосраться? Вот как бы с Макжухом та же самая история. То есть, блядь, если меня кто будет спрашивать, типа, Моисей, зачем это? Давай обосрем Макжуха. Давай там глянь Макжуха, типа, новое видео он выпустил. Говорю, зачем его обсирать? Он сам прекрасно может обосраться. Ну, блядь, как бы опять, да, человек говорит как бы про другого, а по сути... Про себя. К нему это подходит гораздо больше. Постоянно такая вот история. Я не знаю, можно это прям патентовать, назвать это какой-нибудь там эффект Великанова, типа, или эффект еще какой-нибудь хуйни. То есть, когда человек говорит про кого-то другого, но при этом то, что он, ну, именно критическое говорит про кого-то другого, но это критическое больше подходит к этому самому человеку, который говорит. Со мной это как бы вроде бы не работает, если я за собой такого не замечал. Потому что я этот эффект прекрасно знаю. И я как бы свои недостатки тоже знаю и ищу именно хорошо чужие. А тут просто вот как бы обсер ради обсера. И когда происходит именно неосознанный обсер ради обсера, как это? Вот у меня осознанный обсер, надо канал переименовать. У Ряженки обоссанная гитара будет, у меня осознанный обсер. Когда ты неосознанно пытаешься поднасрать, ты говоришь про себя. Это эффект Великанова. Вот. Ну, в общем, интересно.